смотри, они будут выходить с оружием. Да. А сдавать когда? В момент, когда уже наша группа их будет принимать, тогда они будут ее сдавать. Вот сейчас должен подъехать микроавтобус с первыми людьми, которые собираются сдаться. Вот он вот сюда должен подъехать. Полная темнота, мы же снимаем это с инфракрасным. Присядьте. Первые там минуту-полторы присядьте. Потом привстанете, если уже поймете все нормально. Вот какие провокации могут быть? Это любые. Они больше боятся своих, чем нас. Если сейчас кто-то по дороге спалит, правый сектор их распилят по дороге сами. В другую сторону. Оружие есть? Точно? Аккуратно, неудобно. Ладошки вверх держим. В сторону. На землю туда. Все, замерли. Следующий. Замерли, готов. Никакого движения. Один. Без резких движений. Без резких. Да, воинская часть звания. Как фамилия? Калиберда. Антон Александрович. А у тебя что? Чего ты молчишь? Есть. Разрушить к нему. А? Разрушить к нему. Твои документы? Да. Поднимай. Это что? Держи. Задели військової частини 1965 подполковник. Фамилия, имя, отчество. Бирюков Николай Валерьевич. Погромче говори, пожалуйста. Бирюков Николай Валерьевич. Откуда призывался? Из Бердянска. Так, значит, слушай меня, дальше военнослужащие, дальше матросы. Вы являетесь сейчас военнопленными Донецкой Народной Республики. Поэтому прошу вести себя, как подобает военнопленным, отвечать на вопросы, которые вам заданы. Сейчас берем вещи в руки. Берем вещи свои в руки. Теперь налево. Шагом, марш! За нихуя прожектора, да, перед будет? Заходите, плотнее, плотнее, давай. Заходите. Давай, высокий. Стой.